Вот и я нарисовался. Всем доброго здравия. Стою вот около старой яблони. Пришел ее срок. Яблоня может быть ровесницей мне, но придется ее убирать. Она, в принципе, еще урожает, но в последнее время они не успевают созревать. Остаются на ветках и сразу запревают. Даже вот здесь они видно. Висят. Высохшие уже, запревшие прошлогодние яблочки. В общем, пришел ее срок. Ее надо убрать. Можно сказать, что она здесь мешается. Что интересно, что она внутри наверняка пустотелая. И постараемся что-нибудь из нее, из ствола, из этого сделать. Мы откопаем вокруг яблони землю. Постараемся подрубить корни. Для того, чтобы здесь пень у нас не стоял, не мешался он. И для дальнейшей работы как бы он нам не нужен. Яблоню мы распилим. Она у нас пойдет как на дрова. Сорт яблони, конечно, нам неизвестен. Но она, видимо, что раннее созревание у нее. Значит, что нам нужно? Нам нужна лопата, нам нужна бензопила и нам нужен топор. Так что пошли мы за этими инструментами и приступим к сносу этой яблони. Ну вот, друзья, закончил я эпопею с деревом, с этой яблоней. Возраст ее наверняка, наверное, старше меня, может быть. Так как видите, на этом месте уже ничего не осталось. Чистое, свободное место. Вот, имеем мы кучу дров и даже кое-что. Вот, допустим, вот из этого можно сделать уже готовый синичник. Немножко нужно будет вверх, низ. Из этого, вот, допустим, можно сделать скворечник. Также вверх и низ прибить, и будет готовый скворечник. Ну, а вот из этого, не знаю, конечно, это, может быть, это глупо. Это вот, как бы, обратиться к пчеловодам. То, может быть, сделать, вот, как там и называют, дуплянка там, или... Не знаю, вот здесь готовое даже уже отверстие специально, очень мелкое. Может быть, ничего не получится. А может быть, ловушка для пчел сделать. Хорошая, небольшая ловушка для пчел. Так что фитнес сегодня удался. Проект «Худею» еще не остановлен. Сбросил я, может быть, несколько килограммов за этот день. Но со всеми перерывами, обедами, отдыхом пришлось попотеть и очень хорошо попотеть для того, чтобы это дерево убрать. Всем до встречи. Пока-пока.